топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. 52-летняя актриса Анна Якунина, известная по роли в сериале «Склифосовский», впервые стала бабушкой. Радостной новостью звезда поделилась на своей личной странице в Инстаграм. Знакомьтесь, баба Нюра. Внук родился. Спасибо, доченька. Орфография и пунктуация автора сохранены. Прим. womanhit.ru, написала Якунина. Старшая дочь звезды, 31-летняя Анастасия, родила сына. Мальчика назвали Данилой. Посмотреть эту публикацию в Инстаграм, публикация от Анны Яконина, @Аняконина_. Позже Анна выложила фотографию с дочерью. На снимке девушка позирует, находясь на последнем месяце беременности. На этой фотографии Настюша за неделю до появления малыша. Да-да, еще и в ЗАГС успела забежать. «Жизнь непредсказуема», – подписала кадр актриса. Посмотреть эту публикацию в Инстаграм, публикация от Анны Яконина, @Аняконина_. Также Якунина поблагодарила поклонников и коллег за многочисленные поздравления и теплые слова. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.